Как тебя зовут? Где ты учишься? Меня зовут Ирина, я учусь в ТГПУ. Меня зовут Светлана, я учусь на третьем курсе физико-математического факультета Томского государственного педагогического университета. Меня зовут Артем Вознюк, и я студент Томского государственного педагогического университета факультета иностранных языков. Ты бы стал рекомендовать студентам младших курсов проводить практику в формате проекта Е70? Определенно, да. Да, конечно, это огромный опыт преподавания, так как мы будущие педагоги, вот, поэтому обязательно всем рекомендую. Что дало тебе участие в проекте ЕГЭ-70? Я узнала много интересного, как бы я готовилась к занятиям, и это было очень познавательно и ново для меня. Это дало мне огромный опыт в моей будущей профессии, в будущей сфере, в которой я буду работать. Это преподавание, общение с детьми, с учениками, умение объяснять, умение отвечать на вопросы, в том числе неожиданные некоторые моменты. Вот. И самое главное, не бояться уметь объяснять и отвечать. Большая практика. Проект ЕГЭ-70 дал мне опыт педагогической практики, вот также возможность проводить вебинары, такой возможности у меня до этого не было. Дай совет тем, кто будет проводить занятия на ЕГЭ-70 в следующем году. Наверное, получше готовиться, не бояться, вот, идти на контакт, быть более дружелюбными, открытыми и готовыми работать. Ну, я думаю, что не стоит волноваться, не нужно ничего бояться, подходить за ответственностью, и также они для себя узнают много нового. Мой совет – готовьтесь достойно, готовьтесь заранее и знайте все, чтобы отвечать на вопросы школьников.